И мы начинаем. Поехали. Значит, маркетинг-план Health Priority. Очень современный маркетинг-план, очень короткий маркетинг-план, очень понятный маркетинг-план. То есть это наше большое преимущество. Самое важное преимущество, которое у нас есть с вами, это у нас козырь в кармане, то, что мы можем рассказать маркетинг-план очень понятно за 10 минут, и любой даже новичок, который сидит напротив вас, он 100% его понимает. Ну, если, конечно, человек не улетевший в какую-то сторону, но адекватные люди, когда садятся напротив вас, они все понимают. И это очень классно. Почему объясняю, что преимущество? Опять же повторюсь, что 95% компаний все запутано. То есть баллы, PV, там валюты какие-то местные, и человек, поверьте мне, что правда не понимает. И потом, когда приходит расчет, допустим, бонусов, которые он получает, люди расстраиваются очень сильно, потому что до конца не въехали в ту подачу, которую говорят. У нас все понятно, это наше преимущество, потому что все просто. Эксклюзив в простоте, да, то есть. Значит, приступаем. Новая компания Health Priority, наша компания совершенно недавно работает на рынке. Тоже большое преимущество, потому что сегодня вы зовете партнеров не в ту компанию, которая 5-10 лет на рынке, 15-20, а рынок, который переполнен уже дистрибьюцией, в каждом доме это есть продукция, а сегодня вы их зовете в ту компанию, в которую входят люди в первую, ну, скажем так, 5000 человек. Откинем тех, кто зашел, допустим, золотым треугольником, а таких очень много, да? И я могу сказать точно, что мы сейчас приглашаем людей, которые заходят в первые 2-3 тысячи человек. Это очень важно. Потому что, по сути, вы сегодня садитесь в первый вагон поезда, который стремительно мчится к результатам, к успеху и так далее. Значит, начнем с того, почему Health Priority. Да? Ну, я уже как бы предисловие сделал, то, что это совершенно молодая компания. Молодая, можно говорить о многих компаниях, которые сегодня выходят на рынок. Мало того, что она молодая, она очень современная. Почему? Потому что мы сегодня работаем с вами по созданию определенного плейс-маркета. Мы сегодня работаем с той продукцией, которая в эксклюзиве. Мы работаем сегодня, кратко я пробегусь по продукции, мы сегодня работаем с тем продуктом, которого вы сегодня не купите, по сути, ни на Алиэкспрессе, ни на Таобао. Многих позиций нашего продукта там нет, потому что мы эксклюзивные представители. И мы работаем сегодня именно, скажем так, с таким маркетингом, в сочетании с продуктом, который дает очень хорошие плоды и результаты. И поверьте мне, что любой город, которому мы сегодня предлагаем этот бизнес, ничего абсолютно не слышал о нашем направлении. Что сегодня очень важно, то, что современная концепция, которая пересекается, еще раз повторюсь, это с маркетинг-планом, с подачей, с кэшбэк-платформой, с плейс-маркетом, который у нас существует, это очень важно. Руководство компании. Совершенно молодое преимущество компании, да, то есть это продукция, маркетинг-план. И третья составляющая, то есть третий фактор, влияющий на развитие бизнеса, это, естественно, личность президента. И очень важно, кто стоит у руля сегодня компании. Первое, то, что хочу сказать, что господин Лютин, он был президентом Евроазиатского региона, предыдущий компании, сказать об этом человеке. 22 года в сетевом бизнесе. Начал с простого сотрудника по выдаче продукции, да, то есть его дядя просто был человек, который создал такой интересный маркетинг-план, который написали этот маркетинг-план в Китае, также это его команда поддержки, которая работает в Китае. И вот человек, который создал всю эту индустрию, да, скажем так, то есть это не просто, допустим, мы получаем товар, мы получаем деньги. Надо понимать, что за этим стоит люди, которые сегодня отбирают товар в Китае. Это логистический центр, который у нас находится в Гуанчжоу и в городе Иу, куда свозится весь товар, где формируются контейнера, где загружаются контейнера и потом, допустим, отправляются контейнера в Россию. Сегодня отлаженная сеть, допустим, у нас складов. Это Казахстан, это Киргизия, это Монголия, это территория России. Вчера был подписан контракт на открытие большого склада в городе Киев, это Украина. То есть понимаете, что география растет, и этим надо всем управлять. И то, что сегодня господин Лютин стоит, это очень круто. Молодой человек, ему 45 лет на сегодняшний день, очень энергичный, еще раз повторюсь, гибкий ум, гибкий мозг, быстро реагирует. То есть
И самое важное то, что он не допускает фальши в бизнесе, он не допускает именно фальши в продукте. То есть, когда мы ему говорим, что давай выставим вот тот-то продукт, вот этот продукт. Вот даже на примере кордицепса. У нас не так давно в компании пропал кордицепс, то есть его не стало, да? И мы говорим, давай возьмем какой-нибудь кордицепс рынка Китая, его же там много. Он говорит, просто так что-то завозить мы не будем. Надо завозить им продукт, который работает. Можно взять любой продукт. Он будет дешевый, дорогой или средней ценовой категории. Но важно качество. Важно, как он работает на человека. И вот такой подход мне очень нравится в этом человеке, потому что за действие продукта, да, за качество продукта он всегда очень переживает. В компании должен быть всегда дорабатывает. Вы уже обратили внимание, что мы, то есть, предложили изменение маркетинг-плана, и он быстро реагировал, то есть мы быстро поменяли, мы добавили лидерские бонусы, мы добавили автопрограмму, мы добавили два вида туристических софт, но об этом сегодня поговорим. И все это благодаря нашему президенту. То есть, ребят, личность президента, она очень важна. То есть, кто он, что он делает, какая миссия и так далее. У нас еще и с вами есть уникальная, колоссальная миссия. Это чтобы наши люди были здоровы, получали хорошее качество жизни и получали удовольствие, естественно, от жизни. Ребят, основная продуктовая линейка сегодня, наше направление, которое есть в нашей компании, как вы уже обратили внимание. То есть, ребят, основные позиции мы с вами постарались забрать, да? Для человека самые важные вещи в жизни – это что? Вот я сейчас с вами дышу. Если я сейчас закрою рот и нос, перестану дышать, то, ну, извините, 3 минуты я, наверное, не проживу, потому что без воздуха человек не живет. Второе – это вода. То есть без воды мы тоже не можем, да? И без питания. Многофункционального хорошего питания мы тоже не можем. И как бы то, что окружает нас, да, все для здоровья – это тоже очень интересная вещь. Смотрите, оборудование и приборы. Начну с того, что если я заговорил сегодня про воздух, то первое, то, что мы закрываем – это хороший воздух в вашем доме, в вашем офисе, в вашем спортзале, в вашей квартире и так далее. Это наши очистители воздуха. То есть у нас есть крупные приборы, которые очень серьезно влияют на качество нашей жизни. Но об очистителе воздуха мы еще пройдемся сегодня. Это воздух, да, это вода, тоже поговорим об этом. Это, скажем так, крупные вещи, такие как сауна у нас, да, как активатор клеток. Тоже классные продукты, тоже сейчас поговорим вкратце, да. Следующее, красота и косметика. Но я бы здесь определил несколько позиций, то есть это косметика, спрей и так далее. То есть мы закрываем тоже эту часть, то есть что наши партнеры не пойдут конкурентам, не будут это покупать, а это можно все купить у нас. То есть чтобы быть красивой, чтобы выглядеть очень хорошо и мужчинам, и женщинам, потому что спрей я очень полюбил, жду очередную партию поставки, когда он придет, а это будет март месяц, когда маленечко пойдет оттепель, да, чтобы не было холодно, чтобы он не перемерзал, и мы получим этот продукт. Косметика. Мы закрываем эту тему тоже. Будет у нас декоративка дальше, не будет, но во всяком случае есть те позиции, которые сегодня можно взять и этим пользоваться. Шестиэтапная косметика, тоже поговорим о ней сегодня. Средства гигиены, флагманы продаж. Я смотрю по товарооборотам, по тому моменту, насколько раскупается наша продукция, тоже супер. Мы закрываем эту часть. И опять же, средства гигиены. Сегодня ниша гигиены, она пуста. О культуре гигиены не говорит абсолютно никто. И сегодня мы несем массы, это первое и важное, это культура гигиены, да, то есть это наши прокладки, о том, о чем мы тоже поговорим. И товары для здоровья, это функциональные, многофункциональные, БАДы, витамины и так далее. У нас есть сегодня программа очистки, у нас есть сегодня с вами пептиды, спирулина, леденцы. Ребят, у нас очень много продукта, который просто кайфовый и классный, которого вы сегодня не встретите ни в аптеках, ни в супермаркетах, ни в магазинах, да, ни в масс-маркете, нигде. Этот продукт есть только у нас с вами, и мы с вами в эксклюзиве. И если вы сегодня думаете, что человек может взять нашу эссенцию где-то, бесполезно, он перешерстит весь интернет, но ничего он не возьмет там. А затем, наши большие плюсы, то, что если я сказал про линейку этой продукции, Основное, то, что наша продукция имеет вся сертификацию. Многие люди приходят, задают вопросы. Ну вот там, на Таобао, я говорю, да, можно. Можно купить там, можно купить смарт-часы, можно купить какие-то очки. Но то, что вы получаете на территории России, это все сертифицировано, это все завода-производителя, это все имеет гарантии, это все
работает и так далее. То есть здесь есть гарантия. И самое важное, всегда задаю вопрос. Если ты пришел, допустим, сегодня в магазин, купил продукцию, тебе дали 100% кэшбэк? Нет. Мы даем 100% кэшбэк, который вы используете потом на те покупки, которые вы осуществляете повторные. И это очень круто. Кэшбэк, который реально работает, который многие уже потратили и так далее. Ребят, товары для здоровья, средства гигиены, косметика, оборудование, приборы. И эта линейка не вся. Наш плейс-маркет будет постоянно пополняться. То есть изо дня в день. Сейчас мы рассматриваем уже несколько продуктов. Сейчас уже даже есть одна новинка на российском рынке, которую мы будем скоро освещать. Не буду забегать вперед. Но это классный продукт пришел. Так вот, следующее, ребят. Ну, давайте кратко пробежимся, какая у нас есть продукция. Потому что это очень важно. Это очень важно. Вы получаете деньги по маркетингу за то, что вы предлагаете продукцию. Люди потребляют продукт, они на входе покупают продукцию, получают от этого результат. Только в этом случае распределяется прибыль от этого продукта по нашему маркетинг-плану. Потому что многие, как бы некоторые люди заходят и не понимают, думают, что, ребят, не надо путать с хайпами, потому что там, где хайп, там деньги на деньги. Здесь вы создаете товарообороты. Мы вчера об этом говорили. И когда вы создаете товарообороты, когда вы покупаете продукт, и не просто покупаете продукт, да, вы, многие купили продукт, затолкали его в дальний ящик где-то, в тещину комнату или куда-нибудь в гараж, в подсобку, в подвал, и этим не пользуются. То есть если вы купили продукт, вы купили баню, разверните ее, в этот же вечер сядьте, попарьтесь, налейте себе хорошего чая, возьмите ложку меда. Наш чай Пуэр вообще рекомендую, да, после нашей баньки. Вот, и пользуйтесь этим продуктом. Активатор клеток. Я считаю, что очень много этого продукта у нас покупается. Его сейчас нет, но он уже пересек границу Казахстана. Я думаю, что буквально неделя, дней 10 он будет уже на российском рынке. Очень много этого продукта у нас заказывают. Ребят, что это за прибор? То есть это прибор, который, знаете, скорая помощь дома. Это вот то, что в больницах нам делают процедуры, да, там физиопроцедуры и так далее, это тоже у вас все дома. То есть, первое, вот посмотрите, это прочищение лимфы. Все делается в виде массажей, то есть у нас есть схема, которую вы должны делать в виде массажей. Это очищение лимфы, это стимулирует микроциркуляцию крови, это активация клеток, это удаление болей, это повышение иммунитета, это стимуляция обмена веществ, улучшение работы желез, усиление функций самовосстановления, выведение токсинов и так далее. Ребят, все проверено на практике. Я этим прибором пользуюсь ежедневно. И вот вы знаете то, что мы как бы приболели с пятницы, да, в свое время. И быстрое восстановление за 2 дня, я вам скажу просто такой рецепт. Это леденцы спирулины, это второе, пептиды 2 раза в день обязательно. Это 20 таблеток спирулины просто в таблетках, да. Затем это работа активатора по спине вдоль позвоночника в течение 30 минут. Эссенция золотая – это то, что мы мажем легкие, да, со спины. Вы знаете, потом одевается флисовая тепленькая кофточка или какая-нибудь, ну, такая, чтобы был прогрев. И все, восстановление 3 дня, понимаете? То есть у нас нет время болеть, у нас нет время спать. Как нам вчера сказали, что это дорого в современном бизнесе. И вот таким образом мы восстанавливаемся. То есть, ребят, продукт просто, просто, вот надо им пользоваться. Особенно у тех, у кого есть пожилые родители, у кого есть люди с какими-то проблемными заболеваниями, там, суставов, мышечные, внутренние. То есть, потому что этот прибор сегодня лечит не поверхностный, не кожу, не мышцы, да, допустим. А если сегодня у человека болит печень, или там есть какие-то колиты, там, я не знаю, там проблемы с кишечником, работайте этим прибором. Уникальный прибор. Здесь вы видите краткие характеристики, да, то есть слайды по заболеваниям. Это псориаз, это восстановление волосяного мешочка. То есть не буду, быстро пробегусь. Новообразование на коже, то есть как это все проходит, варикозное расширение вен и так далее. Результатов очень много. Но один из основных косметических эффектов – это удаление папиллом за 5-7 минут, кератом за 2-3-5 сеансов по 15 минут. Так что, ребят, пользуйтесь, классный прибор. Следующее, о чем я говорил, мы затронули нишу воды. Очень важно то, что сегодня мы с вами должны очень много пить воды, и пить воды хорошей, потому что наша клетка нуждается в постоянном
в постоянном насыщении водой, межклеточная жидкость должна постоянно обновляться, и чтобы вода попадала в клетку, она должна быть классная, она должна быть хорошая, у нее должно быть хорошее pH, у нее должно быть хорошее ОВП, и вот наша кружка, которая тоже сейчас все раскупили, но следующая партия у нас приходит где-то в середине февраля, я думаю, даже поближе к концу февраля, но вы увидите в новом исполнении наши стаканы, там будет удобная еще сверху ручка, так что мы опять же закрываем вот такую тему, как вода, да, это тоже классно. Ну вот здесь можно прочитать, да, то есть усиливает усвоение и обмен веществ, снижает вязкость крови, сердечно-сосудистые заболевания, регулирует, нормализует pH, повышает стойкость к окислению, улучшает фильтрацию. Ну, то есть удивительный продукт, ребят, вот эту воду надо пить. Там стоит индикатор, который показывает количество воды, и, как правило, многие люди сегодня не могут пить воду. Ну, наша кружка, я всегда говорю, то есть с нашей кружкой ты сможешь себя распоить. То есть надо распиваться, то есть когда ты не можешь, ты должен постепенно распаивать свой организм, чтобы выпивать в день до 2-3 литров воды в зависимости от массы тела. Вот. Следующее. Ну, это вы видите результаты по крови, то есть как у нас выстраивается структура нашей крови, когда лейкоциты склеены, когда лейкоциты выстраиваются в линеечку, да. Но об этом приборе я уже попытался рассказать. Это многофункциональное устройство очистки и ионизации воздуха. Ребят, что может быть важнее, чем наш воздух дома? На улице мы ходим, вроде бы дышим, но там тоже газы, СО и так далее, выбросы от ТЭЦ. А когда вы находитесь дома, ну, извините, то, что все то, что нас окружает, это наша мебель, это наш ламинат, это краска на стенах, обои на стенах и так далее. Это выделение очень большого количества формальдегида, химических веществ и так далее. Это все заходит к нам в легкие, отравляет наш организм. Ребята, и то, что если мы проветриваем сегодня комнату на улице, отравленный воздух, да, потому что очень загазованный, много машин, допустим, мы живем в Улан-Удэ, и несмотря на то, что экологически, казалось бы, чистый район, да, недалеко Байкал, везде все в тайге, но мы являемся третьим городом по загрязнению воздуха, то есть после Екатеринбурга и Новосибирска, так что, ребят, это полный улет, и я каждому говорю, в доме должно быть 1-2 очистителя воздуха, которые мы сегодня предлагаем, так что, ребят, уникальный аппарат, то есть там нейрофильтр стоит, там лампа кварцевания стоит, то есть очень удивительный продукт. Просто рекомендую вообще всем, в каждую семью должно быть. И хочу сказать, но мы бьем сейчас все показатели по продажам. За прошлую неделю город Улан-Удэ и Забайкальский край Агинская у нас продалось порядка 70 очистителей воздуха. 70 очистителей воздуха. А на минуточку я вам скажу, что номинальная стоимость этого прибора $500. Это пакет стандарт. То есть это 70 человек, которые сегодня зашли на пакет стандарт, купили себе очистители воздуха. И это классно. И у людей голова не болит, куда там деть продукцию у многих, да. Это же опять дает нам преимущество, то, что у нас есть крупная продукция. И когда люди заходят к нам в компанию, то есть им не надо думать, куда, где избавиться от продукта, потому что взяли дома, поставили, все, и прибор начинает работать. Только убедительная просьба, не забывайте снимать пленку с фильтров нашего очистителя воздуха. Следующая, косметика. Ну, косметика есть косметика, то есть я ей не пользуюсь, но я знаю то, что моя жена взяла этот косметический набор, и он работает очень классно, он работает, смотрю на ее кожу, то есть все отлично и хорошо, просто не забывайте покупать нашу косметику. Ну, и один из топов наших продаж, ребят, ниша, которая свободна, ниша, которая, ну, просто этому продукту надо уделять больше внимания, понимаете, в каждый город приезжает несколько вагонов прокладок, как бы вы ни хотели. Пользуются там различными, не буду их называть, прокладки, да, их очень много, то есть когда вы заходите в магазин, целые стеллажи находятся этого продукта, и мы понимаем, что количество женщин, допустим, в этом городе, ну, я не знаю, ну, там, 500 тысяч женщин, да, если брать город-миллионник, и мы понимаем то, что сегодня убираем 20-30% девочек, у которых нет еще месячных, и женщины, у которых уже менопауза, да, вот остается у нас 300 тысяч. Берем
тех, которые никогда не будут пользоваться нашим продуктом, 50%, да, вот просто убираем их. И вот представьте, 150 тысяч – это ваша целевая аудитория, которая может потреблять нашу продукцию. Через этот продукт вы можете пригласить людей на маркетинг, вы можете создать себе колоссальные товарообороты и заработать колоссальные деньги. Потому что в городе-миллионнике 150 тысяч клиентов, которые ждут сегодня вашего предложения. И вы можете с этим продуктом заходить на любой рынок, потому что так или иначе женщины уже, так как мы с вами не перейдем с туалетной бумаги на газету, так же и женщины не перейдут на старый бабушкин метод, потому что это комфортно, это хорошо, и у нас с вами лучший, самый крутой продукт в мире. Я не побоюсь этого слова. Это действительно крутейший продукт, о котором надо просто говорить и говорить. Ребят, не буду о слоях, кому надо, почитайте, потому что это время уйдет. Я просто хочу обратить внимание на вот эту вот вставку. Зеленая и розовая вставка, да? Можете, конечно, делать с ними опыты, то есть, когда вы наливаете в стаканчик воды, капаете туда йод, опускаете чип, и вы видите, как он нейтрализует вот эту кислотную среду, агрессивную среду, да? Но самое важное, то, что у нас чип – это 5D-формула, это ионизация, это инфракрасное излучение, это биомагнит, это хорошая впитываемость, и это ощелачивание организма, ощелачивание, то есть нормализация pH-баланса. Это крутой продукт, ребят. Здесь сразу касаемо женщин, да, это все воспалительные процессы, это эндометриозы, это эрозии, это недержание мочи, это молочница, кистозы, поликистозы, кисты, миомы в начальной стадии. Вот этот продукт все восстанавливает. На сегодняшний момент это крутой продукт, просто можно заходить на статус, допустим, стандарт, и брать одних прокладок, понимаете? Потому что вокруг вас большое количество сегодня женщин, которые нуждаются в этом продукте. Ребят, у нас есть миссия с вами, да? Мы с вами пришли в компанию. Вы знаете, я думаю, за то, что мы столько времени работаем с таким продуктом, который помогает сегодня рожать здоровых детей, восстанавливать женский организм, нашу прекрасную, красивую половину человечества, да, дает ей возможность жить в комфорте. Вот нам, скорее всего, Бог и дает возможности развития и так далее. Крутой продукт, крутая миссия. Ребят, просто обратите на это внимание. Мы компания с классным продуктом. Мы о цифрах говорим позже того, когда мы презентуем продукт. Вот, ребят, класснейшая продукция, обратите внимание, просто я в нее влюблен. Ну вот наши часы, но опять же, вот у нас, что ни возьми, у нас есть определенная миссия и ниша, да, то есть наши часы, вы уже все обратили внимание, то что при помощи наших часов у нас подсчитывается монетизация шагов. 10 тысяч шагов, и вам компания выплачивает $10 кэшбэк. Ни в одной компании мира сегодня такое не выплачивают. Есть там что-то в пенсионном фонде, к сожалению, выплачиваются там какие-то копейки. Мы с вами $10 выплачиваем кэшбэк, добавляем. Да, если 7 дней вы проходили, то вам падает $100. И самое важное, ребят, да не важно, сколько шагов. Важно, что вы это делаете для здоровья, для себя, для хорошей работы сердца, сосудистой системы, избавления от лишнего веса, хорошее настроение и так далее. А уже итоговое – это еще плюс бонус $10 ваш кэшбэк. И это хорошо. И это хорошо. Ребят, вот такой гаджет, к сожалению, на складах закончились, но очень большой приток сейчас партнеров идет. Ребят, с этим будем исправляться. Следующая партия заказана гораздо больше. Я думаю, будет хватать абсолютно всем. Так что временные затруднения с продуктом – это нормально. Ребят, отключайте микрофоны. Убедительная просьба. Следующее, о чем бы я хотел рассказать, да, о чем хотел поговорить с вами, это, естественно, маркетинг-план. Один из самых современных, один из самых щедрых, самых простых на сегодняшний момент на рынке. Вот просто крутой маркетинг-план, ребят. И вот здесь вот обратите внимание, мы с вами поговорили, да, то, что, повторюсь, делайте несколько моделей себе маркетинг-плана, потому что я могу его сейчас рассказать за буквально 30 секунд, и будет понятно. Но мы сейчас более подробно. Ребят, первое, то, что мы вам предлагаем, на сегодняшний момент, когда ты входишь в компанию, это два пакета. Это два пакета. Пакет стандарт и пакет премиум. Пакет стандарт – это $500, и пакет премиум – это $2000. Здесь вот показано, да, там в зависимости от того, от стоимости продукта, от 500 до 650 и от 2000 до 2500. Это нормально. Это нормально. Просто на эту сумму вы выбираете товар, у нас есть просто товар, который по стоимости маленечко больше, чем та сумма, которая засчитывается.
Я объясню почему. Из-за того, чтобы нам быть абсолютно конкурентоспособными на рынке. Мы могли бы поставить по максимуму, но тогда бы цена была чуть выше, допустим, если есть такая продукция где-то в сетях, да, допустим, вот у нас всегда сауны сравнивают. Ребят, нашу сауну не надо сравнивать, потому что она крутая тем, что у нас 77 камней. То, что сегодня вам продают в интернете, там с парогенераторами, чайник ставят в эту сауну, и она стоит 18 тысяч, но это ни о чем. У нас крутой продукт, и не надо его сравнивать. Так вот, два пакета, на которые вы заходите, стандарт и премиум. Ребят, я всегда работаю по максимуму. Я хочу, чтобы мои партнеры поняли, что когда вы заходите сегодня на 500, все равно вам придется делать когда-то апгрейд до 2000. И вот то, что вы сегодня входите в команду, вы сегодня входите в компанию, в маркетинг-план, вы должны понимать, что это ваша небольшая инвестиция в развитие вашего бизнеса. И вот сегодня такой вопрос к вам. Вы пришли сегодня зарабатывать колоссальные деньги, большие деньги, да? У всех там стоят, я смотрю, глаза горят у людей в офисе, у всех планки, у всех цифры там, кто-то уже прорисовывает там миллион долларов за год там заработать и так далее. Ребят, вот вы просто призадумайтесь, кто сегодня открывал свой бизнес, кто когда-то принимал участие в бизнесе за 500 долларов, вы могли там открыть бизнес и мечтать о миллионе долларов? Нет. Ну, я не знаю, то есть кто-то может быть и на 500 долларов мог раскрутиться, но поверьте мне, что я с 91 года в бизнесе, и я знаю, сколько стоит любой бизнес, сколько стоит открыть ресторан, магазин, запустить такси и так далее. Понимаете, сделать оптовые поставки, открыть цеха по пошиву одежды, там, я не знаю, хоть что вы сегодня предлагаете, вам придется выложить большие суммы денег. Здесь, когда мы говорим, у тебя будет бизнес, ты будешь выходить на доход, дай 500 долларов, и ты будешь зарабатывать, да? Нет. Давай 2000? Нет, потому что я пришел на бизнес, но мне жалко сделать первое вложение. Тем более первое вложение во что? В то, что вы берете тот продукт, о котором я говорил, который должен быть дома, и он вам полезен. То, что вы предлагаете сегодня людям тот продукт, который будет полезен им, и вы 500 долларов влаживаете в себя. Вы в свое развитие, вы в свое здоровье влаживаете, понимаете? Эта инвестиция такая, она пролонгированная, дальнего действия, потому что вы получаете здоровье, вы инвестируете эти деньги в себя лично. Ребят, и вот когда стоит вопрос о входе, не оговаривается. 500-2000, 500 это как минимум, апгрейд вам неделя на то, чтобы вы заработали деньги и начали развиваться. Но поймите, мы говорим о больших цифрах, а боимся выложить такую сумму. Так что первый, выбирайте себе пакет. И всегда настраивайте людей, мотивируйте людей на максимальный вход. Потому что всегда на максимальном входе максимальные выплаты. Максимальные выплаты. Сами понимаете, сейчас пробежимся по маркетингу, я это вам расскажу. Да? Ребят, финансовые возможности. Ну, первое, это степовый бонус. Сейчас будем говорить о нем. Второе, это бинарный бонус. Бонус повторных покупок, туристический бонус, автомобильная программа. И что вам хочу сказать, ребят, сегодня есть очень много маркетингов на рынке, есть классические, матричные, гибридные и так далее. На сегодня самый модный маркетинг, самый крутой маркетинг – это бинар. Это бинар, во-первых, по выплатам, во-вторых, по командной работе и так далее. Самые крутые компании сегодня заходят, американские, китайские, корейские, они все используют бинарный маркетинг-план. И нам очень повезло, что у нас еще и степовый бинар. Такое встретишь, но из 100% 1%, 2% компаний, которые иногда используют степовый бинар. Мы его сегодня используем. Так вот, дальше пошли. Первый степовый бонус 50%. Многие из вас уже его ощутили на себе. Это крутейший бонус по доходам. И я всегда говорю, если ты зашел на 500 долларов, где-то эти деньги взял, пригласи 4 человек, ты эти деньги отработаешь. Вот. Смотрим. Пример. То есть первая позиция, то есть у вас есть вы, есть левое, правое плечо. И здесь очень важно, что не важно, кто кого пригласил, не важны лички. Во многих компаниях зависит от того, чтобы в левой ноге, в правой ноге были два лично приглашенных, и от них потом росли структуры. В нашем бизнесе совершенно не важно, кто кого пригласил. Это очень, ребят, это прям восклицательный знак здесь поставьте, что это очень важно. Что не важно, кто кого пригласил. И пришел человек вам переливом, кто-то вам поставил сверху, человек этого вашего человека, вы всегда будете получать степовый бонус. Так вот,
Пример первый. Смотрите, слева и справа у вас появляется человек на 500 пиви, на 500 долларов, грубо. Ребят, подключайте микрофон. У вас слева и справа появляется человек на 500, то есть у вас закрывается степ, то есть вот появились, да, ваш человек верхнего вам, допустим, поставил спонсор, и у вас закрывается степ. В эту же минуту вы получаете $250. $250. Распределение идет 80 на 20. 80%, 14 тысяч рублей вы получаете сразу в виде наличных выплат. А 20% у вас уходит на площадку кэшбэка, который вы потом тратите на повторные покупки. И это хорошо, да? Разберем второй пример. Смотрите, на втором уровне у вас человек зашел на 2000 справа и человек зашел на 2000 слева. Ребят, у вас закрывается степ, и в эту секунду вы заработали $1000. Ребят, и получается на сегодняшний момент, если у вас слева и справа появляется человек по $1000, то вы получаете сегодня, по $2000 вы получаете $1000. Так, сейчас, ребят, секунду. Вы получаете $1000. И самое важное, допустим, те люди, которые сегодня работают на приглашение по $2000 в день, вы можете получать доход до $2000. Скажите мне, пожалуйста, кто сегодня в предыдущих компаниях или, собственно, в своем бизнесе, кто получал наличкой в день $2000? Так вот, у нас сплошь и рядом сегодня есть те люди, которые работают по $2000. Это представьте, если у вас сработало два степа, вы заработали в день 112 тысяч рублей. 112 тысяч рублей. Я скажу, что это очень круто. Это очень круто работает. И поймите самое важное, то что ваш вход, когда вы выбираете себе пакет стандарт или пакет премиум, это будет ваше ограничение в день по доходам. Если вы зашли на пакет стандарт, максимально то, что вы будете получать в день, это $500. А если вы зашли на пакет премиум, максимальная ваша выплата будет это $2000. Представьте, вы месяц проработаете по $2000 в день доход. Умножаем на 30 дней $60000. Умножаем на 70, или у нас курс будет 75, это грубо 4 200 000. Вам хватит пожить на эти деньги? Я думаю, что через полгода вы купите себе хорошую машину, хорошую квартиру, переедете в другой регион жить, будете отдыхать по 2-3 раза в год на то, что вы будете зарабатывать такие деньги. И это хорошо, и это классно. Ну и третий пример, когда у вас слева появляется человек на 2000, а справа появляется на 500, то вы зарабатываете $250 по минимуму, по минимальному входу, 50% от минимального входа. Вот. Но есть право апгрейда. Когда человек, который зашел на 500, вы получили $250, да? Когда человек, который зашел на 500, делает апгрейд и поднимается до 2000, в эту минуту у вас будет доплата, и вы получите еще $750. Это очень важно, потому что люди не понимают, они думают, что на одном уровне сработал один раз степ, они забрали $250 и все на этом. Нет, когда люди слева-справа начнут делать апгрейды, даже если это не те люди, с которых вы получили $250, а новый зашел и зашел на 2000, да, а здесь человек сделал апгрейд на 1500, докупился, вы получите еще $750. И это важно, что максимальная выплата с уровня $1000. Это круто. Это круто, ребят. Ни один маркетинг сегодня такого не предлагает. Ни один. Следующий, да, второй бонус. Чтобы вы понимали, как он распределяется, то есть те люди, которые у вас участвовали в бинаре, они уже не участвуют в бинарном бонусе. То есть, которые участвовали в степе, они не участвуют в бинарном бонусе. И что получается? Допустим, на первом уровне такого не будет. То есть, там не будет бинарного бонуса, потому что там два человека. А вот на втором и на третьем уровне эти люди уже будут. И получается, вот посмотрим по схеме, да, считается товарооборот за каждый день. А сегодня смотрим схему, да, справа у нас $2500 прошло, а слева у нас прошло $2000 тех людей, которые не участвовали в степе. Считается это ежедневно, и считается это у нас все со слабой ноги, то есть вы получите $200 дополнительно в день. Это бонус бинарный 10% от 2000. И это тоже крутой бонус, потому что он начисляется постоянно и каждый день. И самое важное, то есть если вы зашли, у вас структура начала расти вглубь, много-много людей присоединяется, и есть пустые клеточки, которые не заполнились когда-то, да?
Ну, проходит месяц, проходит два. Человек, который стоял там подзавис, подзамерз в этом состоянии, да, вы его просто где-то шевельнули или где-то он получил мотивашку от вас дополнительную, да, он начинает двигаться и заполнять те клетки, которые остались пустые наверху. И самое интересное то, что у нас нет обрезания, и то, что там начинает активироваться, за это вам приходят бонусы. И бонус, если он делает апгрейд, и бонус, если он начинает делать повышение или заходит там, делает покупку, да, себе активирует эту клетку, вы получите за него бинарный бонус. То есть у нас нет временного ограничения. Потому что во многих компаниях, знаете, есть циклы, цикличные маркетинг-планы, которые все, месяц прошел, обрубаем и потом заново. У нас нет такого, ребят. У нас все остается на сохранении и ждет того момента, когда пустые клетки начнут заполняться вашими партнерами. Так что это очень круто. Это правда очень круто. Следующий бонус, да, бонус повторных покупок. Ребят, мой самый любимый бонус. Объясню почему. Потому что я давно работаю в сети, у меня опыт 15 лет, и я привык создавать товарообороты. То есть если вы приходите в нормальный товарный маркетинг-план, вы должны понимать, что вы работаете с продуктом. Вот это вот опять же красной полосой восклицательный знак, что вы пришли работать с продуктом. Потому что многие люди, знаете, они вот в погоне за деньгами, чтобы быстро-быстро-быстро заработать, они забывают, что здесь есть продукция. И продукция, о которой стоит говорить людям, понимаете? И вот когда мы рассказываем презентацию о нашем продукте, у нас есть там полезная суббота, у нас выступление есть, да, обучение по продукту и так далее. И получается что? Самое важное, чтобы люди постоянно потребляли продукт. И тогда у вас появляется очень классный вид дохода. Он называется пассивный источник дохода. Мы все мечтаем о пассиве, мы все мечтаем, чтобы бонусы нам приходили за один раз сделанную работу, но вы их получали всю жизнь. И вот компания закрывает, опять же, эту позицию. Почему? Потому что если у вас люди начинают постоянно тратить кэшбэк, покупать сегодня спирулину, завтра прокладки, эссенцию, спрей, косметику, леденцы, и опять по кругу, и опять по новой, и каждый день. И людям интересно покупать у нас продукцию, потому что она работает. А линейка у нас растет, плейс-маркет насыщается новой и новой продукцией, и человеку сюда охота ходить. Он покупает и покупает. И 28 числа подсчитываются все товарообороты, которые у вас прошли по такой схеме. То есть здесь уже не срабатывает бинар, здесь срабатывает линейный маркетинг. И здесь очень важно, смотрите, как тонко компания сделала. Она сказала, больше приглашай на первую линию, и ты больше будешь получать от повторных покупок. Первый закон, о котором вчера говорили, горизонталь, мы говорили о том, что постоянно приглашай. И вот когда ты приглашаешь, когда твои люди начинают приглашать, когда у тебя растет комьюнити, вообще бешено просто добавляется, да, очень много людей. У нас добавляется продукция, и та продукция, которая сегодня есть, они начинают покупать. А ты сегодня на статусе премиум пакета и получаешь по 9 уровень. Ребят, вот здесь вот схема просто накидана, да, когда на 9 уровне вы будете зарабатывать 14 762 доллара, ну, перемножьте на деньги, но это больше миллиона. У меня другие цифры, я по-другому считал. Если, допустим, у вас в одной стороне будет 5 тысяч человек, а в другой стороне 5 тысяч человек, да, вот вы создадите там, не вы, а ваша команда создаст этих людей, и пускай это будет за год, за два, за три, за пять, да? Ну, понимаете, что вы себе обеспечите? То есть, когда у вас даже 20% будет делать повторные покупки, минимальный чек 100 долларов в месяц, когда у нас будет еще больше товара, поверьте мне, что люди будут покупать, и тогда ваш чек будет больше миллиона пассива. Просто за повторные покупки людей, за покупку нашей продукции. И представьте, у нас вагонами продаются прокладки, кофе, там, спирулина, все, все то, что у нас есть, косметика. И вам этот бонус приходит миллион, два, два с половиной. Ребят, вот за это стоит работать, потому что завтрашний день, допустим, степ вы получили раз, вы бежите, но вы должны осознавать, к чему вы бежите, к созданию, к тому, чтобы ваша потребительская сеть давала вам постоянно пассивный источник дохода. И вот здесь вот, когда вы упускаете момент, что продукция – это не важно, да, очень важно, чем вы занимаетесь сегодня и какой продукт вы сегодня несете в массы. Так вот, бонус повторных покупок. Я просто вам хочу сказать, декабрь месяц – 222 тысячи в рублях от повторных покупок. Плохо? Я считаю, что классно. Каждый месяц…
они растут, удваиваются, утраиваются, потому что людей добавляется. Если сейчас у нас в два раза в месяц вырастает структура, и люди начинают потреблять. Я смотрю то, что склады все пустые, то есть продукция разбирается, и, естественно, все мы. А бонус как устроен? Самое главное, что не только вы получаете, а если у вас по 9 поколений, вот 9 поколений вниз, и внизу 9-й человек делает на $100 покупку. Все 9 поколений получают $5. Даже тех людей, которых вы не знали, на 9-м, на 8-м, на 7-м уровне, они вам приносят доход. И всем по линейке. И вот здесь вот мы должны понимать, что вот она командная работа, которая идет на общий товарооборот и на общий доход, с которого вы все будете получать. Это очень важно, ребят. Это круто. Это круто работает. Следующее, ребят, это для лидеров. Это мотивация для лидеров, для тех, кто уже создает товарообороты, не спонтанно, ну, у кого-то спонтанно получается. Ребят, это все размеренная работа на долгое время. Почему? Потому что плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. И первое, важное, да, то есть когда у нас есть квалификации, когда ты пришел в бизнес, ты должен себе планку поставить, что я в этом месяце директор, национальный директор, интернациональный директор и так далее. И двигаемся к амбассадорам, да. Ребят, все очень хорошо. Две первых позиции – это директор и региональный директор. Это когда у вас товарооборот с одной ноги 5 тысяч, с другой во всех остальных ногах, это по лично приглашенным уже $5000, вы зарабатываете сегодня $100 на поездку. Ребят, смотрите, мы опять закрываем нишу именно ту, где отдыхать, с кем отдыхать и как отдыхать. Так вот, полгода вы работаете, вы зарабатываете турбонус, $100, и мы объявляем поездку. К примеру, летом на Байкал, или если откроют Китай, то после байкальского события улетим все в Китай. И вы не тратите свои деньги, потому что вы закрыли квалификацию, у вас копится туристический фонд, и вы спокойно едете именно на те деньги, которые у вас накопились. Второй бонус – 10 и 10. 10 слева, 10 справа. По лично приглашенным, опять же, вам выплачивается еще один туристический бонус $100. Бонусы задваиваются, они не вычитаются, то есть у вас будет уже $200. И это круто, потому что при первой туристической поездке вы используете эти деньги. Следующее, национальный директор. Это те люди, которые сегодня мечтают поменять свою иномарку, купить себе машину. Это туристический бонус. Это автомобильный бонус, ребят. Национальный директор, у которого товарооборот 30 тысяч PV или $30000 слева, $30000 справа, он начинает работать. Это все по лично приглашенным. Одна нога, допустим, большая. И неважно, даже если в одной ноге стоит 5 лично приглашенных, будет считаться все как две ноги. И получается 30 слева, 30 справа, вы получаете $500 автобонус. Ребят, кто сегодня мечтает купить машину, там, лизинг, поменять машину и так далее, хороший бонус. С февраля месяца это будет 37500. Даже если вы взяли машину в лизинг, то любая выплата будет в районе этих денег. Так что это круто. Ставьте планы, выходите на этот доход. И вот следующие три пула, это 4-й, 5-й, 6-й вид дохода, это три пула, которые распределяют распределение прибыли 1% от мирового дохода. Берется мировой доход, мы создаем его с вами, да? Это сейчас Корея, Украина, это Киргизия, Таджикистан, Казахстан и так далее. Мы создали хорошие товарообороты, да? Там берется процент и распределяется на тех людей, которые сделали себе интернационального директора, это 50 и 50. И все, 10 человек на этих 10 их поделилось. Все суммируется. Следующий, бренд-амбассадор, это когда $100000 и $100000, да, $100000 PV. Вы закрываете, это опять же по личным, и вы участвуете еще в одном пуле распределения, ребят. Это колоссальные деньги, это очень хорошие деньги, вот туда надо стремиться попасть. Это, скажем так, бизнес на дистанцию, когда вы в росте, когда вы растете от статуса к статусу, от лидерского бонуса к лидерскому бонусу. Ну и следующее, это рояль амбассадор, это $200000 и 200, и тогда вы получаете еще 1%. Ну здесь уже будут единицы людей, допустим, распределение будет там, если на четвертом уровне, да, интернациональный директор, там будет 20 человек, то на пятом это будет 10 человек, то на шестом это будет 2-3 человека. И все это суммируется. Если на первом уровне по $3500, на втором по 10, а на третьем еще и по 20, да, все это суммируется, это очень хорошие деньги.
ребят, это все круто работает, потому что у нас есть люди, которые сегодня находятся на пятой ступени, даже подбираются к шестой ступени закрытия квалификации. Вот так вот приведен пример, то есть одна нога вам дает 5000 PV, остальные все ваши приглашенные в совокупности могут дать вам 5000 PV. Вот так это считается. Ребят, здесь важно больше приглашать активных партнеров, не увязать в том, то, что вам поставил спонсор. То, что поставил спонсор, это работа спонсора. То, что поставили ваши люди, это работа ваших людей. Очень важно отработать горизонталь, отработать лично приглашенных, отработать лично приглашенных. Чем их будет больше, тем будет больше денег и счастья в жизни. Вот. Ребят, преимущество нашего маркетинг-плана, надо финалить, потому что уже время. Это первое. Отсутствие обязательных повторок. Никто никогда вас не будет напрягать. Сделай повторку. И вот многие компании, просто люди не понимают, они приходят, им надо делать на 20 тысяч повторок, на 10 тысяч повторок. Куда этот товар девать? И все, у них заполняются склады, они тратят ежемесячно деньги, они не могут продать этот продукт, и потом это кредитные обязательства, то есть и этот бизнес просто рушится. У нас нет с вами повторных покупок. Хотите, покупайте, хотите, нет. Но я хочу вас приучить, что будьте продуктом своего продукта и делайте товарооборот своей компании, покупая ежемесячно хоть что-то себе для здоровья. Жене прокладки, маме прокладки, ребятишкам спирулину, да, себе, Хаймэ сейчас ушел, да, с продажи, но появится скоро. Различные вещи, которые у нас есть. Кальций, куэнзим Q10. Проходите хотя бы раз в два месяца программу детоксикации и так далее. Ребят, у нас очень много продукции, которую вы должны потреблять. Очень много. Просто приучите себя быть продуктом своего продукта. Не надо заглядывать и идти в аптеку лечиться, когда у нас есть столько препаратов, которые могут сегодня восстановить вас в период ОРВИ, ОРЗ, серьезных заболеваний и так далее. Так что сегодня просто потребляйте наш продукт. Следующее, статусы, мгновенное начисление. Вот здесь вот, вот этого, кстати, хочу коснуться, да. Статусы достигнутые, накопленные, они не сгорают, то есть они у вас остаются. Это тоже очень важно. То есть если вам присвоили национальный директор, хоть на следующий месяц будет меньше товарооборот, но вы уже будете в этом статусе. Следующее, да. Это мгновенные начисления бонусов. Вот здесь вот я на этом и хочу, наверное, остановиться. То, что, ребят, мгновенные начисления бонусов. Что может быть лучшей мотивацией, чем ежедневная выплата? Во многие компании люди приходят, 4 месяца должны ждать. Тем более они не разобрались, то, что сегодня PV к доллару и какая там процентовка выплачивается. У нас все четко, вы знаете, сколько вы получаете. И вы самое важное получаете в этот же день. Сделка прошла, начисление бонусов. Сделка прошла, начисление бонусов. Мы всегда даже для большей мотивации делаем в офисе. С одного компьютера регистрируем, человек в телефоне смотрит. Как только здесь сделка прошла, здесь упали бонусы. Моментально. И это очень сильно вставляет, это очень сильно прямо, скажем так, мотивирует, потому что нет ничего лучше, чем деньги в эту же минуту, которую вы получили от своих сделок. Так что, ребят, у нас очень много с вами преимуществ. У нас современный маркетинг-план. У нас первые этапы развития только, да, потому что формируется лидерская обойма. Скоро мы будем формировать через какое-то время лидерский совет компании. Пропишется много бумаг, это кодексы. Это кодексы, которые у нас сегодня будут в компании, чтобы была этика в бизнесе и так далее. Так что, ребят, вот такой интересный маркетинг-план. Сейчас я его вам повторю за минуту буквально, да, чтобы вы понимали, что первое, то, что вы получаете в компании, это 100% кэшбэк. Второе, вы получаете 50% с уровня, это степ-вебинар. Третье, вы получаете от тех людей, которые не участвовали в степе, это 10% бинара. Четвертое, вы получаете, это когда ваши люди по девятое поколение делают повторные покупки, 5% от повторных покупок. Пятое, вы получаете туристические бонусы, их два. Шестое, это автопрограмма. И три пула, которые распределяются по лидерскому бонусу. Ребят, я рассказал вам маркетинг за минуту. И все понятно, и все доходчиво. Пользуйтесь маркетингом. Это сегодня актуально, это сегодня круто. И просто хочу вам пожелать хороших чеков. У меня на сегодня все. Всем удачи и до завтрашнего дня.